у меня больше ничего нет. На самом деле это хорошее состояние. В идеале, конечно, нам всегда бы находиться в таком состоянии. Потому что когда человек в таком состоянии находится, то все могущество Кришны через него проявляется. Кришна пользуется им как инструментом, а это означает, что Кришна через него проявляется и будут чудеса происходить. Но именно вот эта гордыня не дает через нас Кришне творить чудеса. Вот такая проблема. Я слышал об этом, когда в семинаре про Шаранагати, когда вот это вот качество атма-никшепа. Атма-никшепа означает, когда человек отдает себя Кришне, в этот момент он становится всемогущим на самом деле, потому что Кришна через него действует.